Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Продолжаем проходить. Хотел сказать Assassin's Creed, чего вдруг? Alien Isolation, как вы помните, мы здесь с моим другом-андроидом занялись техническими всякими изысками. И тот момент, когда мы это сделали, появляется этот гад ползучий. Я не знаю, откуда он сейчас возьмется, откуда не возьмется, но мне нужно на лифте, это проекту KJ. Как туда попасть? На этот лифт. Я был бы совсем не против. Но против этого мой друг. Так, здесь quality control. Видимо, иду я правильно, да? Видимо, да. Контроль качества. Ну и как костюм у нас тут проект? Судя по твоей размозженной голове, весьма. Топлива для огнемета много не дают. Но это и понятно. С чего бы вдруг его давали много? Так, проползти хочу. Я правильно хоть иду, нет? Я думаю, что да. Ага, только я здесь не пройду, да? Ошибись. Может, что нажать можно, чтобы освободилась дорога? А здесь? А, вот здесь можно пройти, да? Ну, я не знаю, куда это меня приведет, но я попробую. А, здесь просто трупачелло. Как тебя сюда затащили-то? Так, что у нас по аптечкам? Давайте создадим. Что-то в последнее время я их часто использую. Но он нападает на меня, что? По крайней мере, это не смерти. Это уже что-то. Уже есть возможность от него каким-то образом избавляться. Так, топливо для огнемета жалко нельзя делать. Мимина мне не особо нужна, и СВУ мне тоже не особо нужна. Я даже не использовал ни разу. Ну, потому что что, взорвать его, что смешно смеяться-то? Так, вот мне кажется, мне нужно отодвинуть вот эти блоки. Какой-то кнопкой, нет? Давайте попробуем. Блин, да сядь ты, ёпарасы-то. Так, ладно, спокойно. Здесь еще какая-то аудиозапись, что ли, есть. Это находится где-то на этом же зеленом уровне. Мне нужно как-то пройти через него. Я только не понимаю, как это сделать. Протиснуться я не могу? Или можно это как-то сделать? Хоть убей никак, да? Ладно, если что, отпугнем его. Выбора-то особого у нас нету, парни. Надо куда-то идти. Я шел чисто наугад. Сюда пришел. Посмотрим, что есть. Я пойду чисто наугад. Отсюда я вышел. Я, возможно, думал, что я смогу сюда прийти. О, топливо для огнемета, это хорошо. Он где-то прямо надо мной. Так, выше мне не подняться, но значит дорога моя лежит сугубо сюда. Сейчас он выпал там, откуда я пришел. Он сюда идет. Собака. Тихо, мой маленький. Так, ладно, то есть заползай куда-нибудь уже там в свои туннели. Так, все, ушел, да? Жесть, просто жесть. Так, что там нужно сделать, скажите мне? У меня другого выбора нет, кроме как пойти сюда. Что-то я должен сделать. Что? Я не понимаю. Вот эти штуки как-то можно отодвинуть, мне кажется. Только как? Я не вкуриваю. Так, люк аккуратно надо беречь.
честно даже не понимаю, что сделать. Вот здесь нажать что-то? Блядь, как так-то? Как я мог это пропустить? Можно вопрос? Называется «У страха глаза велики». Просто потратил 5 лишних минут. Так, парни, здесь газ. Парни, здесь газ. Это газ? Похоже, что это газ. Но здесь у меня... И как преимущество, что я ничего не вижу. Как недостаток тоже. Так, я пришел к лифту. Я пришел к лифту. Я пришел к лифту. Все. Пускай там что-то наверху можно было посмотреть. Меня это не волнует. Главное, что я выжил. Фух. Я вам скажу, моментиками игра просто ад. Главное, что мы движемся помаленечку, мелкими шажками. Мы движемся. Конечно. Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Так, здесь можно залезть. Куда меня приведет? Просто как возможно спрятаться. Давайте попробуем так пройти. Сейчас давайте с дядьки соберемся. Карта есть у нас? Ой, тут идти-то далеко. Тут идти-то далеко. Пареньку не особо повезло. Так, а там еще был заворотик такой интересный. Давайте посмотрим, куда он ведет. Ага, никуда он не ведет. Так, он где-то рядом, да, совсем? Он прямо надо мной, походу. Ну, он теперь от меня не отстанет, это надо понимать. Поэтому отсиживаться тоже вариант не самый лучший. Так, где у нас лаборатория? Вижу. 3-ception. Прям как в гостинице. О, сохранялочка, отлично. Давно ее не было, и я рад ей. Ну, недавно, конечно, не было, но в любом случае, каждая сохранялочка, это как, знаете, достижение. То есть, по крайней мере, тебе не надо будет идти назад. Вернее, не идти назад, а выполнять то, что ты уже выполнил. Иногда бывают совсем неприятные там моменты, которые не хотелось бы переживать заново. Ой. Я думал, прям большое какое-то помещение. Казалось, еще более-менее. Блин, какое тут разветвление дикое. Жесть. Просто хоррор в своем зацеле. В своем лучшем виде. Так, давайте посмотрим, что там. Потому что что-то слишком много помещений разных. Так, это что такое? Сюда я не пройду. Это я выйду в главный холл, да, который я видел только что. Да, ну слава богу, хоть для меня все осветили сразу. Мне сюда, походу, и надо, да? Фойе технобашни, Exposnet. Мне это надо, не надо? Я не знаю, надо мне это или не надо, но я в любом случае использую РД. Для того, чтобы эти двери были разблокированы. Так, что-то туплю вот это и потом вот это. Да, все, лифты я разблокировал, правильно? Да, отлично. Мне пока сюда не надо. Пока я иду в лабораторию. Так, в лабораторию пойду я сначала отсюда. Пускай я не логичен, но по крайней мере... Вот.
Пока мы нас уже осветили. В хорошем смысле этого слова. Так, это я приду сюда же, правильно? Сколько здесь сил, вообще ужас. Так. Мне здесь не нравится, но... Это еще и кампус. Давайте осмотрим. Там люди. Паренек, тебе как? Я хорошо выглядит. Хорошо, так хорошо, что хорошо. Так, ты живой? Никому нельзя верить. Каждый за себя. Ну, я тебя не завалю, по крайней мере. Надеюсь, меня не завалишь. Так, вот это используем попозже. Сначала терминал. Но мы тут и влипли. Я заметил. Так, Кларк умер. Джейсон Кларк погиб. Когда его в последний раз видел, он пытался соорудить из подручного хлама взрывное устройство для самообороны. Я предупредил его, что надо быть осторожнее, но когда вернулся с припасами, увидел следы от взрыва и кровавые ошметки. Так, ничего интересного, кроме того, что Джеймс Кларк погиб. Ну, уплакиваю, конечно, его, но не. Так, ну, здесь нет смысла искать топливо для огнемета, наверное. Имею в виду, я тут слышал, как кто-то обрушится в вентиляции. Да ладно, я тебе больше скажу. Там большое черное чудище, блин. Шубуршится вентиляция. Так, все. Давайте это попробуем. Я не знаю, что это такое. Убивать. Однозначно. Так. Я тебя не ждем знаю. Белых еще метров. Ай, догоню. Отлично. Что-то я включил. Что я возьму? Если не секрет. Файер и клей. Ладно, все что-то. По крайней мере, побалуюсь с мини-игры. Что опять за звук этот дебильный появляется, когда... Хождение. Может, я что-то на себя нацепил там? Ну, он прям бесит вообще жестко. Так, давайте-ка мы с вами сохранимся, потому что... Мне не хочется потом, если он, как обычно, неожиданно на меня вылезет, ходить все заново собирать. Я тогда пойду сразу напрямую уже по цели. Да, отлично. По крайней мере, это логично. Отлично, что это логично. Логично, что это отлично. Ладно, огнемет из рук не выпускаем, аптечку пока не использую. Хотя можно, наверное, использовать. Она все равно немного восстанавливает. Пускай будет по максимуму. Опять этот звук дебильный моих шагов. Да, под сандаликов. Твою ж мать, блядь. Куда ты нахер взялся? Еще аптечку использовал на тебя. Опять, ну ладно, я сохранился, не страшно. Ну, как сказать, не страшно. Стрёмно, конечно, но не смертельно. Что я просто так использовал аптечку. И огнемет к тому же. Так, сюда как пройти? Использовать плазменный резак, я пройду, да? Использовать пропуск. У меня пропуск есть. Блять, не вовремя! Я думал, рядом. Хотел успеть. Почти это сделал. Какой-то пропуск взял. Где я его взял даже? Иди сюда, блядь. Зайди сюда, тварь. Ладно, не заходи. Ладно, ладно, не злись, ты все в порядке, друзья. Вот же тварь, а. Вот же тварь. Мне там еще надо использовать плазменный резак. Это время как бы. Это как бы время, парни. Тихо, тихо, тихо. Не пали меня. Не пали контору. Он прям сквозь стену, башка его проходит, здорово. Это падла стоит, смотрит. Меня тут нету.
Да знаю мне, что до лаборатории надо. Вы обращайте внимание, что здесь вот такой здоровый хрен черный. Уходи! По-моему, проще на него использовать огнемет. Отлично. Проще со всех точек зрения, парни, проще. Рид Рэнсом, представитель компании Сиксон. Высылаю вам образцы для исследования. Убедительно прошу соблюдать секретность и по возможности привлечь к этой задаче как можно меньше. Если об этом узнает кто-то лишний, я позабочусь о том, чтобы ваша карьера закончилась. Документация... Все, мне пиздец. Я не успею, ну как я могу успеть? Если он где-то рядом. Возьми огнемет. Быстрее, быстрее, блядь. Ну пожалуйста, ну быстрее! Я карту не взял. Там наверху была карта, я видел. Так, спокойно. Спокойно, сейчас уже спокойно. Попробуем пережить без карты. Возвращаться туда мне что-то не особо хочется. Сохранялочку бы, то это что-то удалил. Ну не то, что много прошло, но много придется сделать заново. Здесь уже что ли? Как ты успел-то, блядь? Дай пойду карту возьму. Просто такой. Шустрый, блядь, малый. Фу. Ну сейчас я не иду, я только поднимусь, он уже меня ждет тут. Что, может сбегать, сохраниться? Ага, хрен нас дал. Тебя тут уже ждут. Да залезь ты, блядь! Залезь, ну что ж такое-то, блядь? Я говорю, смотрите, я только на эту локацию перехожу, на этаж, он уже тут. И у меня огнемет, кстати, заканчивается. Ну как заканчивается? Потихонечку, но заканчивается. Да, и он сразу переходит на эту локацию. Жесть. И же ничего же ему не скажешь. Залазом и пролазом. Сейчас уже будет довольно-таки обидно погибать, потому что много придется опять же сделать. Кстати, здесь огнеметом тоже могу воспользоваться, да? Фу-ю. Здесь вообще лабиринты конкретные. Не то, что лабиринты, здесь полная жопа. Тут и внизу лабиринты, и вверху лабиринты. И он ползает. О, сохранялочка. Здесь вылезти нельзя, да? Так, она у меня отметилась? Да, она у меня отметилась. Что могу сказать? Было бы неплохо сохраниться. Перед тем, как начать материться. Здесь, да, тоже можно вылезти. Не здесь можно вылезти. Связано ли это место? Такое ощущение, что не особо. Ладно, что, рискнем. Где сохранялка-то была? Все понял. Так, туда мне не пройти, да? Тут я потеряюсь стопудово, ребята. Тут я потеряюсь стопудово.
просто как пить дать. Там я вылезти нигде не могу, но... Нет, могу. Но я там не вижу. Он, по-моему, не активен. Через дверь я пролез. Ага, восстановить подачу энергии надо. Здесь, соответственно, я вижу, что есть сохранялка, но никак вылезти тоже не могу. Такое вы знаете, ирония судьбы. Батарейку надо заменить, давно этого не делал. Давайте посмотрим, там был внизу спуск. Возможно, мне туда и надо. Тут, как говорится, до сохранялочки еще надо дожить. И немало сделать. С этой стороны прохода нету, да? Так, немножко топлива для огнемета, это полезная вещь. Здесь для нас ничего. Здесь не работает. Мы дали кругаля с обратной стороны. Мне нужны как раз вот эти помещения, которые в центре. Так, не хватайте только за меня. Я не особо пока понимаю, как туда пролезть. Может быть, здесь будет проход? Здесь солнце ослепляет своими лучами лучистыми. О, я прошел? Ой, сохранись быстрее, пожалуйста. Ой, отлично. Ой, как повезло-то мне! Не может не радовать. Так, что у нас теперь? Что-то капает. А, нет, туда я не пойду. Что-то я как-то опрометчиво туда пошел. Так, звуки какие-то. Блин, надо над этими аккуратнее ходить, над проходами. Он же в любой момент может выползти. Просто в любой. Так, ну вы понимаете, как только я включаю эту энергию, автоматически сразу он на меня пойдет. Но я сохранился уже. Поэтому выбора у меня особого нет. Так, мне куда? Есть. Был скачок напряжения. Теперь с пульта управления в центральной лаборатории подключите тамошние системы к Севастополю. Мы на вас надеемся. Ну вот он, я здесь. Утечка опасных материалов. Утечка опасных материалов. Вот этого мне только не хватало. Так, ну я надеюсь, мне повезет. Повезет ли мне, не знает никто. Повезет ли мне, не знает никто. Подтверждена утечка опасных материалов. Ты выбраться из лаборатории. Покажи, куда. Блять, куда-то бежать, хрен знает куда. Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Так, тихо. Тихо. Он в любом случае меня поймает, как бы я осторожен не был. Поэтому здесь, как говорится, или пал, или пропал. Ладно, у меня есть огнемет. Правильно же я иду? Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Да я иду! Сохраняйте спокойствие. Я спокоен! Вовремя я упал. В эту шахту. Не начинай, я теперь меня не видишь. Не начинай, говорю. Вот завелся-то, вот завелся. Там были лифты. Там были лифты. Далеко, прямо надо мной.
Но он меня не отпустит. Ладно, рискуем. Блядь! Я в невесомости. Ядрить меня нежно. Я надеюсь, это по сценарию. Так, где шлюз? Зашибись. Я так и думал, блин. Простите, Рипли. Вот же ты тварь, а! Я сохранюсь. Я спасибо, сохранился. Все, я выдохнул, я спокоен. Теперь до шлюза я доберусь в любой момент. Мне не надо будет ползать. Но, Уэйтс, я приду, засуну тебе огнемет в твою огненную жопу. И она будет у тебя гореть просто, как будто соус чили. Пожалуйста. Пройдите к ближайшему шлюзу. Иду. Дальнейших иду, я уже. Опять как спрятаться сюда? Быстрее! 25%. Все, просто ждем. Пускай меня ищет, тварь. Ищи меня, тварь. У меня есть огнемет. Уже там 40% я насчитал. Ключ открылся? Ждет, смотри, ждет. Блять, я смогу, блять. Валим отсюда к чертям собачьим. Одевай костюмчик, одевай. Так, я надеюсь, мы на корабль сядем, а не обратно на шлюз. Это было, я вам скажу, очень напряженно. Доля везения присутствовала в каждом моем действии. Так. Да не за что, твари. Фух, ну по крайней мере мы живы и пережили довольно-таки ощутимое количество эпизодов страхолюдной жизни. Алло! Меня кто-нибудь слышит? Это вы? Да, Уэйтс, это я. Чтоб ты сдох, ублюдок. Ты запер меня вместе с тварью и отправил в пост. Так, сейчас вы поговорите. У меня не было выбора, вы понимаете? Вы же видели эту тварь? Видели, что она делает с людьми? Я должен был убрать ее со станции любой ценой. Ну да, ценой моей жизни. Поймал на живца. Так поймал же, Рипли, поймал! План сработал! Чудовище летит к газовой планете, а станции ничто не угрожает! Да,
Только это не отменяет того факта, что ты бездушная сволочь. Сейчас я приду в штаб, и мы обсудим с тобой твои методы. Все, отбой. Так, ну что-то я сомневаюсь, что это чудище так далеко отсюда, от меня, что мне не стоит ее бояться. Ее или его. Дайте сохранялку, твари. Так, здесь что у нас? Ионный резак. Ну то есть, учитывая, что у меня даже еще ионного резака нет, вы понимаете, что еще нихера не конец игры. Так. Мне сюда. Там и сохранялка будет. Что здесь? Я здесь был? Не был. Да, скорее всего, здесь был, да. Скорее всего, места мне все эти знакомые. Внимание! Аполло поднял оценку угрозы. Дробовик? Омега. Спасибо. Теперь люди, что ли, мне будут угрожать? 4 патрона. Пока с револьвером походим, но дробовик-то от него, наверное, мне кажется, вряд ли эффективен. Так, мне нужно как-то пройти сюда. Эта кнопка явно мне поможет. Нет, она не активна. Наверное, я ее уже активировал. Так, здесь я, получается, был, да? Да. Здесь я, получается, был. Значит, мне сюда. Используем ОРД. Ну да, иду я правильно. Только другой вопрос. Что меня ждет впереди? А, пропуск. Где-то я взял пропуск. С этого парня с дробовиком. А, я знаю это место. Это место, где мы встретились с Лысым. Получается, мне сюда? Да. Подожди, вот здесь что-то я могу применить, скорее всего. Да. Плазменный резак, и там... Что-то с багажом связано. Возможно, мы найдем там какие-нибудь плюшечки. Я бы был не против патронов для дробовика и топлива для... как это называется? Я уже забыл, как он называется. Огнемет, ё-моё. Тут безопасно, надеюсь. В принципе, огнемет против людей тоже нормально действует, да? Ну да, здесь... А, вот топливо для огнемета, отлично. Ну только что-то... Как-то не особо много. Но уже что-то. Не, смотрите, какого приличное количество. Приличное количество. Давайте его перезарядим. Ну да, уже. Что называется, можно жить. Так, бутылка, сенсоры. Может посоздавать всего подряд, чтобы... Как он называется? Чтобы вещи собирались, они просто у меня хранились. А то я, получается, ничего подобрать толком не могу. Давайте посмотрим, что еще могу создать. Еще одну аптечку точно про запас. Потому что даже при наличии огнемета он наносит увечья довольно-таки ощутимые. Так, все, кроме аптечки я больше ничего не могу создать, да? Или места у меня под них нету. Давайте тогда одну используем. Хорошо, одну создадим. Все, отлично. Ну, теперь я могу подбирать вещи, которые не валяются без дела. Что у нас с револьвером? Как у него по патронам-то? 26 максимум? Так, все, огнемет берем. Батарейку перезаряжаем. Что-то я как-то и распорядился. Не совсем правильно. Дробовик мне не просто дали. Очевидно, что для чего-то мне пригодится. Где сохранялка? Где-то совсем рядом. Мне не нравится, это тишина такая гудящая.
Прям очень неправильная тишина. Так, сохранялочка, сохранялочка. До нее хочу дойти. Все отлично. Фух, вот теперь можно выдыхать со спокойной душой. И ехать на лифту. В места не столь отдаленные. Вообще прикольно, когда возвращаешься на места, но не просто потому, что сам-то захотел, а по сюжету. Это мне нравилось, по-моему, в Dead Space так же было, да, если не ошибаюсь. Ну, во многих играх такое бывает, в хороших проектах. Фух, все, можно выдохнуть. Отличненько. Ну, такая серия была, я скажу, довольно-таки насыщенная событиями и довольно-таки напряженная по геймплею. Весьма-весьма. Я аж так подопрел. Так, мне куда? На лифте до галереи Соломон. Подожди, я разве не на лифте приехал? Я куда вернулся-то? Подожди, я здесь живу. В чем прикол? Не понял юмора. Я же здесь живу. Гора, ты что творишь-то? Что за приколы? Заканчивай чуть-чуть. Давай еще зависни у меня, что ты меня будешь в одно место привозить. Рипли, Рипли, это Рикардо. Ты выбралась? Сволочь твой, Уэйтс. Да, он человек безжалостный. Всегда таким был. Упрямый, как осел. Если бы он меня слушал, мы бы до всего этого не докатились. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Так, ну что ж, нам нужно вернуться в штаб. Но, как я понимаю, по времени давайте эту серию закончим, а уже с Уэйтсом и его подругами, другами будем разбираться в следующей серии. Пока как бы двигаемся потихонечку, мелкими шашочками, успешно. Но игра заставляет, я вам скажу, очко сжиматься постоянно. С вами был Андрей Плей. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.